Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня салат «Цезарь», упрощенный вариант приготовления этого блюда. И вместо куриного мяса у меня креветки. Использую уже готовые маринованные в рассоле, поэтому готовится такой салат очень быстро, просто, а получается максимально вкусным. Сразу для салата приготовлю сухарики. Их можно использовать как уже готовые, так и сделать самому. На сковородке с небольшим количеством растительного масла я решила использовать для аромата горчичное. Также посыпала немного сушеных ароматных трав. И буду обжаривать до румяности порезанные кубики хлеба. Для салата использую готовый микс листьев салата. У меня они уже нарезаны в упаковке. Поэтому мне остается его просто высыпать на дно плоской тарелки. С креветок я слила рассол. Распределяю их поверх листьев салата. Затем половинки помидоров черри и половинки отварных перепелиных яиц. Готовлю заправку. Для этого в майонез добавляю сок половины лимона. Можете его класть по своему вкусу. Зубчик измельченного чеснока, примерно пол чайной ложки. Перец по вкусу. Хорошенько перемешиваю. Подготовленную заправку я переложила в кулечек. И теперь выдавливаю поверх салата в виде сеточки. Сверху посыпаю салат натертым твердым сыром. И заранее подготовленными ароматными сухариками. И мой салат «Цезарь» готов. Он получается и легким, и вкусным, и при этом питательным и сытным. Легкость, хрустящесть ему придают листья салата, сочность помидорки черри, мягкость и питательность креветки и перепелиные яйца. И все это со сливочным вкусом сыра, дополненное соусом, делает такой салат очень аппетитным. Кушайте и будьте здоровы! Мне же остается пожелать вам приятного аппетита, всего самого доброго и до новых встреч на видео!